Перед вами главная программа российского авиапрома на сегодняшний день. Работы над Т-50 начались в 1999 году, и лишь сегодня самолет увидела публика. На глазах у зрителей истребитель выполнил несколько фигур высшего пилотажа. Всего собрано два прототипа, оба проходят летные испытания в Жуковском. По сравнению с истребителем предыдущих поколений, Т-50 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Самолет пятого поколения имеет искусственный интеллект. Применение композиционных материалов и аэродинамическая компоновка обеспечивают ему низкий уровень радиолокационной, оптической и инфракрасной заметности. Но главное отличие истребителя пятого поколения – сверхманевренности, которая достигнута, в частности, благодаря установке двигателя с отклоняемым вектором тяги. Все это позволило значительно повысить боевую эффективность самолета. Программа по созданию Т-50 до сих пор засекречена, но уже известно, что ВВС России собирается закупить 60 истребителей, а в Индии новое поколение тяжелых самолетов станет базовым. Еще одна новинка сухого — Суперджет 100 — тоже поднялся в небо. Новый российский региональный самолет рассчитан на 98 посадочных мест. Он оборудован двигателями нового поколения, что в сочетании с усовершенствованной аэродинамикой дает 10% экономии топлива на каждое кресло. К эксплуатации Суперджет 100 приступил весной этого года. По одной машине получили Арм-Авиа и Аэрофлот. Завершили полеты первой пилотажной группы дня «Витязи» и «Стрижи», которые представили публике новую программу. В небе над Жуковским они выполнили несколько сложных фигур высшего пилотажа.